В преддверии Дня спасателей в Доме правительства подвели итоги работы ведомства за 2020 год. Также собравшиеся обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан в период проведения крещенских праздников и предотвращения различных чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В заседании рассматривались вопросы касаемо обеспечения безопасности на водных объектах граждан в период празднования крещения. Также подробно рассказали о проводимой работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заместитель начальника МЧС России по Карачаево-Черкесии Сергей Кравченко подробно отразил эти темы в своем докладе. В связи с отсутствием ледовых переправ в зимний период на территории республики надзорные мероприятия проводиться не будут. К открытию готовятся 7 традиционных мест массового выхода людей на лед для подледной рыбалки и отдыха граждан на льду. Так, в основном здесь планируются профилактические мероприятия, информирование граждан, выставление аншлагов. Помимо этого были затронуты вопросы пожарной безопасности в жилом фонде в отопительный период. Также подвели итоги работы Центра гражданской защиты. Было отмечено, что в этом году было несколько пожаров, в особенности из-за засушливости климата. Тесное взаимодействие всех структур власти и сотрудников различных служб позволило ликвидировать вовремя все чрезвычайные ситуации. Благодаря своевременному введению правительством Карачаево-Черкесской республики особого противопожарного режима, а также установлению дополнительных требований пожарной безопасности, удалось стабилизировать пожароопасную обстановку и не допустить распространения ландшафтных лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики республики. В текущем году Главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской республике совместно с силами и средствами РЧС осуществлен весь комплекс предупредительных и превентивных мер по обеспечению безопасности людей на воде. В завершении все собравшиеся посмотрели ролик об итогах деятельности МЧС по Карачаево-Черкесии за 2020 год. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.